Вы с нами, рекоператор? Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Сколько у вас единиц техники задействовано сейчас на территории? Ну, порядка 30-32 выходит ежедневно. Ну, смотрите, 30-32. Вы сейчас мне назвали проблему Путилкова, да? Да. С кем вы созванивались? Созванивались непосредственно с руководством. С руководством управляющей компании? Да. Вы не междусобойщик должны устраивать, а еще устраивать историю есть начальник территории. Если мы понимаем, что где-то западает, мы еще привлекаем параллельно там подрядчиков, всех остальных, параллельно занимаемся расчисткой территории, если необходимо. А самое главное в этой ситуации, вы прекрасно знаете, это как с графиком КГМ. Нужно его когда вывозить? Я считаю, что после выходных в приоритетном порядке, потому что навал больше происходит. Так и здесь. Нужно выработать график, когда это делать лучше. Я уверен, что с утра. Логично? Машины в большинстве своем уезжают на работу. Правильно? Ну, в данном случае по Путилку у нас сейчас на постоянной основе ездит малогабаритная техника. Даже она не может там проехать по дворам. У вас малогабаритная или какая? Малогабаритная техника. ФУСО ходит там. И он не проходит? Да. Ну, Цуканову звоните, Владимир Александрович, возьмите, посмотрите, как это проезжает. Я, ну, не поверю, что малогабаритная там не проезжает, вот честно. Либо покажите мне, какие мусорные площадки отдельно давайте будем привлекать. У нас эвакуатор на базе КГС, Игорь Петрович, у вас? На ходу или опять сломан? Слава тебе, Господи. А на нем вы ездили за рулем? Нет, на нем не ездил. Только на тракторе, да? Сегодня потренируюсь. Я же вам сказал, тренируйтесь. Я понял. Скоро я сяду за МТЗшку. Имейте в виду, понял. И каждого приму экзамены о том, как вы своим примером показываете водителям, как нужно чистить снег. И они, воодушевлившись о том, что руководитель тоже умеет на МТЗ, чистят нам еще эффективнее. Это важно.